Всем добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Инна, это Алексей. Меня зовут Алексей. И на данный момент мы хотим вас пригласить на мини-мастер-класс по звуку. Это бразильскому который звуку. Вы только что видели. Прошу, девочки, не стесняйтесь. Вы должны научиться этому красивому танцу. Мы вас приглашаем. Давайте посмелее. Давайте смелее. Присоединяйтесь, будет интересно. Отлично. Смотрите. Ребята, давайте все станем лицом туда. Да. Все помнят танец ламбаду. Что за нелепое молчание? Да, но все равно мы же помним его, да? Хорошо. Давайте будем его вспоминать. Там все очень просто. Подняли правую ножку, наступили правая, левая, правая. Левая освободились, теперь левая, правая, левая. Правая, левая, правая, левая, правая, левая. Тум-чик-чик, тум-чик-чик. Тум-чик-чик и тум-чик-чик. Все, мы уже танцуем. Да. Да. Все очень просто, правда? Усложним задачу. С правой ножки идем вперед, делаем шаг. Рядом левая, правая, назад, левая, правая, левая, правая, левая, правая, левая, правая, левая. Тум-чик-чик, тум-чик-чик, тум. Чик-чик, тум, чик-чик. Усложним задачу. Разобрали, партнер. Смотрим туда, ребята, ребята, мы смотрим туда. Партнерша, туда. Что мы сейчас будем делать? Взяли в ручки партнершу и начинаем. И левая, правая, левая. Правая, левая, правая. Левая, правая, левая. Правая, левая, правая. Тум-чик-чик и тум-чик-чик. Угу. Усложним задачу. Мы с нашей левой ноги делаем шаг назад, а партнерша правой ногой делает шаг вперед. Шаг. Рядом правая, левая. Правая освободилась, правая вперед. Шаг, шаг, шаг. И тум-чик-чик и правая, левая. Правая, левая, правая, левая. Правая, левая, правая и левая, правая, левая. Петь может танцевать. Так что все просто, вы зря стеснялись. Они же показывают и учат. Возьми и попроси, чтобы с тобой. Обнял партнершу. Мама или папа. Обнимашки. Давай. Это называется стали в близкую позицию.